Майские праздники вы можете не только заняться своими дачными проблемами, отдохнуть, но и защитить себя от коронавирусной инфекции. Поликлиники города и республики ЦРБ скорректировали свои графики работы так, чтобы вы можете не только получить вторую прививку, но и первую прививку, свободное от работы время, прийти спокойно, привиться, защитить себя. Сейчас в республике работают две формы вакцины, и они доступны вам. И сейчас вакцины в достаточном количестве. Для вас созданы мобильные прививочные бригады. Прививочные пункты работают независимо от праздничных дней. Наши поликлиники, допустим, это 7 дней в праздничные дни мы работаем для вакцинации. Мы выезжаем в организованные коллективы. Если организованный коллектив ваш скажет, да, мы готовы в праздничные дни что, принять вас и защитить, не приходя в поликлинику, мы тоже придем к вам в удобное для вас время.